Привет! С работы пришел человек, говорит, я сейчас побегу на пробежку. Ну, вот так и надо поступать. Да? А вы говорите, когда заниматься? Ну, поставь машину сейчас и на пробежку. Юля, привет. Вот эти вот упражнения подводящие на макеваре, вот эти толчки с нажимами, именно нажимы продавливания. Это упражнение на самом деле на тяжело настроенной макеваре тяжелейшее. Одно из лучших упражнений для биометрики на работу с прессом и спины. Со стабилизацией идет. Никакая планка рядом не стояла, даже самое сложное. Я вам серьезно говорю. По сложности сопоставимо со флагом дракона, который я делаю 70 раз, например. Это ж на макеваре не сделаю 70 таких нажатий. Вот именно медленных, плавных, без ускорений. Вообще, чем более медленно делается движение, тем более качественно прорабатывается пресс для стабилизации. Потому что мы надавливаем,
то нам макевара давит назад. И корпус хочет обратно прогнуться. Мы даем туда и прогнуться назад позвоночник хочет. Чтобы упор вот таким образом. Вот так. Даем оттуда. Либо падает на макевара. Таким образом. Нет. Спина должна быть абсолютно вертикально ровная. Такое упражнение для файтера. Абсолютно ровная спина. Без уклона вперед, без отклонения назад. И плавное, продавливание. Про работу задней ноги я вообще молчу. Какая нагрузка. Для дилетанта вот отвалятся ноги просто сразу. Ни одни выпады с гантелями тоже рядом не стояли. Никита тут тоже. Здорово, здорово, друзья. Всем привет. Приятно, когда поддерживают на тренировке.
рассказывал в эфире немножко раньше. Это вот упражнение очень тяжелое. Оно дает со стабилизацией укора всего. Что дает упражнение для подводящей мокиваре. Чем оно медленнее выполняется, тем больше идет стабилизация мелких околопозвоночных мышц, а поперечные мышцы живота, прямых мышц живота и поясничные мышцы. Спина скрепляется, чтобы спина не прогибалась в ударе. Дело в том, что от бедер до плеч вот такой рычаг. При ударе кулаком, сколько мы забиваем туда, столько нам возвращается назад. И в этом месте позвоночник демпфирует в пояснице. И нагрузка идет самая большая на этот отдел. Если же мы в этом отделе позвоночник научимся плотно стабилизировать, и он не будет прогибаться, надыграть в ударе. Это не видно при быстрой технике, при медленной хорошо заметно. Вот. То тело становится без демпферов, а в ударе каменное, и пробивная способность удара становится в разы выше. Самое важное это делать без ускорений, потому что стоит чуть-чуть ускориться, сделать вот так, например, то эффекта не будет. Здесь все будет на чистом импульсе. А нужна именно подвижка задней ноги, это раз, и стабилизация поясницы, это два. Чем медленнее вообще, тем лучше. Вообще в таком режиме еще самая большая нагрузка. Пусть не обманывает вас та легкость, с которой это делаю я, уверяю вас, что вы так не сделаете. Никто не сделает с первого раза. Ни бадюк, никто. Силы не хватит. Не хватит ни силы, ни техники. Для этого нужно потренироваться. Но это быстро получится у сильных людей. Но с первого раза не получится точно. Это 100%. Сейчас мокивара настроена на 250 килограмм. То есть сила продавливания отсюда, это сюда 250. Просто я работаю уже не первый десяток лет, поэтому для меня 250 килограмм это так, это игрушка. То есть без проблем. Вот, но это не сразу получается. То есть, но когда уже технику прочувствуешь, все начинает получаться легко и без проблем. Ну, кстати, сейчас руки загружены, это третья тренировка. Смотрите. В первом ударе даже сыграл кулак немножко, и ничего не вихнулось, и кулак уже не подворачивал при ударах по мешкам, по макеваре на протяжении лет уже 6 или 7, а может даже 10, я уже не помню когда. А новички, когда бьют по макеваре, очень часто выламывают кулак. Вот. То есть работаем. Точно так же, кстати, надавливание. Макевар можно подводящий делать не с ладонью, а кулаком, что на порядок самый труднее, потому что еще участвует в стабилизации запястья. То есть вот таким образом. Это посложнее еще. Сразу начинает рука гулять. Проводил когда сам семинар вместе с главным тренером сборной России по ММА Геннадием Капшаем, я показывал это упражнение как раз на продавливание кулаком. Ребята, мастера спорта давят вот так вот кулаками в макевару, и никто продавить не может, кулак играет. Там вот так вот. Там, и не могут, обязательно выламывается. Либо в одну сторону, либо в другую. Представляете, что в ударе происходит. Удар мощный, а стабилизации оружия нет. Вот на таких намедленных упражнениях все и стабилизируется, в том числе и локоть, и плечо, и так далее. Ну ладно, продолжим. Thank you.
незаметно присоединяйтесь. Женька, привет. Всем, друзья, привет. Ну что, собралась уже, да? Чего ж ты там еще принесла такого плохого? Прямо я в думках есть. Ну, мне пожали с днем медика. Ага. Те, кто указывает, кого кондитерский центр. Ага, тортики? Нет, там макароны, друзья, все. Ага, ясно. Они сейчас будут дополнительно заниматься прессом, чтобы с чистой совестью поесть все. Кувалда 12,5 килограмм. Это самодельный кувалда. Вот эту штуку я в магазине купил. Вот это вот. Она на деревянной ручке была. Весит на 9 килограмм. На ней, правда, не написано нигде. В общем, она 9-килограммовая. Обычно 6-килограммовая бывает. Это самая большая 9. И ручка, этот, труба. Вот, эта труба 3,5 килограмма весит. Ну, видно по длине, что здоровенная. Она-то толстостенная. Селка толстая. А с каким делать весом? Ну, вес зависит от вашей подготовленности. Мне вот как раз такая кувалда нормально. А кому-то 6 килограмм за глаза и ручка покороче. Вот ему уже тяжело. То есть все от уровня подготовки. Чем уровень подготовки больше, тем, соответственно, может быть ручка длиннее, и тем, соответственно, кувалда сама тяжелее. Все. А слышал про людей, которые работают с 32 килограммами. Ну, тут надо понимать еще, что техника удара должна быть правильной. Если неправильно работать, какая разница, сколько килограмм, если вы неправильно делаете. Ну, это правильно. О том, как, и у меня будет отдельное видео большое. Тут очень, очень много моментов. По поводу ротации плеча правильной. По поводу, чтобы раскрывались, закрывались межреберные промежутки, чтобы работал правильно кор, зубчатые, косые мышцы, межреберные, чтобы работала плечо-лучевая мышца правильно, есть разные способы. Целое видео отдельно запишу, по-моему, отдельно. Сегодня дождь мешал нам всю дорогу, но мы сегодня поработали дома. Поставим душу. Единственный приезд сегодня бак, если снял душу. Я видел. Вот. Стоит на солнце бак, стоит вот здесь, он сам по себе нагрелся до горячего состояния. Хорошо, черный, понимаешь? Просто капитально, что он горит. Я представляю, какая вода в нем будет. Может, спокойно. Миш, я оставлю здесь перчатки, не убираю, я буду нам посреди. Ясно, хорошо. Ты видно застыл это все? Ну то, что я делал, застыл. Смена. Все уже застыл. А так это блестит, как будто сырое. Потрогай все. Ну не со мной эти мебель положила. Да. Давай занимайся. Thank you.
Отлично, синоспорт. Синоспорт. Да, вот он почти узнал. Трансляцию ведешь? А? Трансляцию ведешь. Понятно. А где велосипед? Ну где? Где он у тебя стоит? Мама должна была привезти его, что ли? Нет, я про маме. Я побегу. Мама на пробежку. Мы сегодня бегали с ней, Наташа. Мы всегда каждый день, ты знаешь. Вот она по парку, а у меня интервалы сегодня были. Привет, друзья. Все новые лица подтягиваются. Очень приятно. Прив. Thank you.
О, Миха, здорово. Всем привет. Сегодня целый день шел дождь. Как не давал ни потренироваться на улице толком, ничего, так с утра побегали. Но дома не хочется заниматься летом. И в зале не хочется. Сейчас солнышко пробилось. Ну, сейчас уже заходит. Все, сразу же на улицу бегом. Порвать свои там полчасика. 40 минут. Комары вот только сразу летят. Чувствует тепленько. Что долго? Пишет Саша. Пишет долго. Что долго? Нет, не толще, кажется. Вопрос. У макивары кажется, что нижний край толще. На классических японских макиварах, да, они имеют конусообразный такой срез. Внизу она толще, вверху тоньше. Для того, чтобы изгиб был сильнее и лучше. Но это связано с тем, что делали из цельной самой доски, у которой сама по себе, если доска, то есть упругость довольно слабая. Здесь же этот макивар, это камертон шило, ну моя макивара, запатентованная. Есть боёк со сложной конструкцией, это специальным образом проклеенный брус. Ну, соответственно, все клеёные, как изделия, если они правильные, со склеены, они имеют большую гибкость и большую упругость. Это как тот же самый набор веник из массы прутьев. Каждый пруток, он отдельно гибкий, и эта гибкость потом сохраняется на всю конструкцию. Но прочность, она кратна этому количеству этих деталей. Вот и сам боёк, он набран из целого ряда брусков тонких. Каждый в отдельности очень гибкий. И вместе склеенные они дают очень высокую прочность при сохранении очень большой гибкости. Это не просто доска. Обычная доска так пружинить не будет. Она либо будет очень сильно пружинить, если она будет тонкая, либо она будет очень жесткой и будет ломаться при таком изгибе. Это очень важный момент.
Правильно, правильно, друзья, подписывайтесь. Дело в том, что именно в эфирах, кто меня вот ловит в Инстаграме раньше, там постоянно я трансляции прямые вел. Вопросы потом мне присылают в личку по поводу ортопедии, спортивной травматологии, спортивной медицины, работы на макеваре, укрепления тендонных поверхностей, постановки удара. Я лично на письма всем отвечать не могу. Мне в день приходит надо по сотне писем. Вот. С клиентами еще работаю постоянно по почте. А так не получается, просто не хватит времени. У меня сейчас в очереди, наверное, около 700 писем. Ух ты, какая штука ползает. Вот. И я стараюсь отвечать, конечно, всем. Но запаздывают иногда. А на многие вопросы я давал ответы. А там отсылаю просто на YouTube, к себе на канал. Так что подписывайтесь, ловите в эфире. В эфире можно задавать вопросы конкретно любой. Я на это отвечу. Особенно, когда за рулем, в перерыве между тренировками. Так что, пожалуйста, в эфире с удовольствием. Только так. Подписывайтесь. Ну вот такая вот занимательная тренировка получилась. 5 кругов. Каждый круг подтягивание, продавливание макевары в положении увы. То есть одноименная рука-нога. По 15 раз с каждой стороны. Дальше поднятие ног виси на перекладине к перекладине. Далее продавливание макевары в положении гиаку. То есть разноименная рука-нога
если впереди левая нога, то правой рукой, значит. Вот. Дальше удары кувалдой, молотом по покрышке. Кувалда 12,5 килограмм по 30 ударов за подход. Вот таких вот 5 кругов. Все. Такая небольшая, не очень высокой интенсивности сегодня была тренировка с перерывчиками на поболтать. Все, друзья, всем пока, подписываемся.